В рамках торжеств были отмечены медалями за заслуги в развитии области государственные служащие, военные, полицейские и представители ДКНБ РК. Почетную ленту и соответствующий документ получили почетные граждане ЮКО. Список наших земляков, внесших неоспоримый вклад в процветание Южного Казахстана, пополнился. После официального награждения присутствующим были презентованы две необычные книги. Это «Семь лиц, признанных миром» и «Человек. Независимость. История». В одной из книг рассказывается о поездке главы государства в Южный регион. Вторая, историко-познавательная книга, повествует о семи личностях, создающих государство. Жансейит Туймебаев поблагодарил наших соотечественников, принимавших активное участие в создании книг, и вручил им благодарственные письма. Эта книга о семи людях. Я писал ее 4 года. 7 личностей с большой буквы. Вашингтон, Ганди, Черчилль, Шарль де Голль. Вспомните, это люди, которые сделали государство. И наш президент, создатель независимого государства. Мне пришлось изучить огромное количество документов, чтобы быть исключительно правдивым. Думаю, у меня получилось. Хотя, конечно, решать читателям. Основная праздничная программа ко дню рождения столицы в Шымкенте пройдет 6 июля. В этот день концерты, выставки, спортивные соревнования запланированы во всех городских парках и местах отдыха. В городском зоопарке намечается день открытых дверей и театрализованное шоу. Ребятишки отметят день рождения жирафа Астаны. А в Центральном парке развернет свою работу библиотека под открытым небом. Подробно план мероприятий можно посмотреть на нашем сайте utrar.kz.